Итак, всем привет, с вами я, Инксезер, и сегодня мы будем делать обзор на вот такую вот игру Google. Такая вот коротенькая мини-игра, давайте ее проиграем, про пчелок, короче. Ну, сейчас все увидите. Я могу прибавить. 50-я годовщина Дня Земли. Сегодня мы отмечаем День нашей планеты и хотим напоминать о важнейших маленьких существах. Это пчелы. На заметку, без опыления пчелами мы лишились бы 2/3 всех урожаев. И 85% цветущих растений тоже опыляют пчелы. Познакомьтесь ближе с нашими крылатыми друзьями и помогите им опылять растения. Давайте немножко убавлю. Вот как играть в эту игру, объясни. Так, хорошо. Берите вот у вот таких вот цветочков и вот таким вот похоже, которых нету так листьев. Так. Не успеваю. Ну ладно. Ну, короче, как-то вот так. Вот игру играть, вот так собирать пыльцо. Там также есть тут маленькие пчелки, вот такие вот. Ну, так летаем. Наверное, уже завтрашнего дня ее не будет. Не знаю. Вот так их просто брать и пересаживать. Вот так везде начинают цветочки. В мире существует около 20 000 видов пчел. Редкий цветочек, одуванчик. В этой игре обычно всегда, когда вы будете проходить как бы уровень, если это можно назвать уровнем, то в конце будет вас встречать одуванчик, к которому вы должны будете подлететь, и вот так. Какая штука он придет? Игра. Единственное, что тут такое интересное, прям кроме геймплея, так это то, что тут кое-что рассказывают. Ну, сейчас мы доберемся до второго дуэнчика. Вот такой вот обзор, да, маленький, извините. Скорее всего, будет. И вот, видите, вот дуэнчик мы можем, конечно, летать, но не знаю, что будет. Нельзя. Ну ладно, вот смотри, вот так одуванчик. Ученые считают, что пчелы ключевым видом пользуются, без них невозможно существительно еще. Ну вот такой маленький обзор я сделала на игру. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также на канал моих друзей. Димос Про. Кстати, у моего друга Димос Про на канале уже больше 60 подписчиков. А у меня всего лишь 6. Как он меня так догнал, перегнал, и раньше он больше меня не мог набрать. А теперь я на новом канале. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Хотя бы не лайки ставьте, не подписывайтесь. Ну, пожалуйста. Я буду почаще тогда видео снимать. Вот такой был маленький обзор. Всем до свидания. Всем пока.